Здрасте еще раз, ребятки. Ровно 10 минут, даже 10 минут, мне кажется, не прошло. Кто любит, давайте признавайте честно, группу Rammstein. Так как бы с друзьями слушает там попсятину всякую интересную, заводную, а сейчас с мужиками чисто по Рамштайну выступаю. Книгу читаю Драйзера, трилогию желаний. Вторую часть читаю, Стат. Безус бы сейчас просто от удовольствия обкончался. Федя с Настей встречаются, честно, не особо знаю. Ругаются, мирятся, ругаются, мирятся. Здравствуйте. Вот, хейтеры подъехали. Кого влюбился? В эфирах увидите. Совсем скоро. Яна и Захар уходят с проекта. Да вроде нет. Я думаю, чтобы им идти с проекта, еще им хотя бы минимум полгодика надо бы встречаться. Ты бы не был тем, кем являешься, если бы не проект. А кем? Смотря кем вы меня считаете, я же не совсем понимаю. Но Дом 2, да, определенную там популярность дал, знакомство интересное. Так, ВК редко захожу. Там мне не интересно. Мне больше Инстаграм нравится. Как пройти кастинг? Подать заявку на сайте Дом 2. И быть охуенным, уверенным в себе, все получится. Спасибо большое, девочки, за вашу любовь. Я вас тоже всех люблю. Позиция на проекте, будто тебе все равно на всех. Ну, не на всех мне все равно. На близких мне все равно. На слабых мне не все равно. На людей, которые мне не нравятся, да, мне все равно. По знаку зодиака я рыбы. Ты работаешь? Я трейдингом занимаюсь и привлечением инвестиций. Волшебство на первом месте. На первом из трех. Короче, если волшебство не очень, то дальше нет смысла отношения продолжать. Но не на первом. На первом месте уважение и доверие. Новенькая, которая к тебе пришла. А я не знаю. Я ж бабник. Меня бабником называют все. Может, и не новенькая, может, старенькая. Мне врать даже плохо получается. Ну ладно, хорошо. Таким стремящимся, раскачанным и стремящимся вверх. Да, я карьерист, я могу сказать. Это правда. Самореализация у меня на первом месте. На втором семья, на третьем уже отношения. Я считаю, что у любого мужика так должно быть. Почему музыка играет отстойная? Это новый альбом Рамштайна. Вам не нравится, мне нравится. Кто не может слушать этот прекрасный тяжелый рок, вы можете покинуть эфир и уйти. Я иногда даже шансон слушаю и Каспийский груз. Брянская с Литвиновым. Что? Литвинова вообще нет на проекте. Чего вы взяли, что она с Литвиновым? Вроде хороший, но смотрю эфиры, как ты своих девушек дубасил, складывается двоякое мнение. Ну, там выпрашивали, поэтому и дубасил. Кто не просит, того не трогают. Лилю любил? Честно, не могу сказать. Мне кажется, больше была привычка, чем любовь.
Кто близок по духу на проекте? Никита Уманский близок. Мне кажется, что мы как двое из ларца. К девушкам с детьми отношусь хорошо, но отношения бы с ними не строил. По национальности украинец. Я так понял, что я на многих ваших бывших похож. Анастасия Рачук. Тут рамсы-рамсыпа. В какой позе любишь? Хороший вопрос. Обычно у девушек спрашивают такое. Ты не боишься с перебором женщин? Бояться стоит недобора женщин, перебора нет. Милену, да, поддерживаю. Милена мне очень симпатизирует как человек. Она справедливая. Сергей, возраст ваших участников скрывают или пишут как действительно как есть? Пишут как есть. Какой смысл скрывать возраст? Зачем? Всего лишь цифра в паспорте. Топ-5 качеств, которые нравятся в девушках. Она должна быть ухоженная. Она должна быть с чувством юмора. Она должна быть верная. Она должна быть харизматичная. Она должна быть личностью. Вот это топ-5. С характером девушка должна быть. Брянская постоянно говорит, что я ее цепляю. Да, честно говоря, ну я иногда ее люблю побесить, потому что она эмоции дает. Поэтому. Но я не цепляю ее, потому что там у меня к ней какая-то симпатия. У нас не получилось. Что купил? Купил очень классную штуку. Табак есть такой, безникотиновый, расслабляющий. Все боксеры его закидывают. На белом гелике сторис. Это самая популярная, наверное, моя сторис была, потому что мне очень много людей написало. Ну, как вы думаете, Бородина была на гелике.